Опа, видите, какой красавец поехал. А теперь я еще раз вам покажу. Посмотрите, друзья. Посмотрите, какая там надпись. Сейчас, пока смотрите на солнце. Это сделал Гамлет в конце, по крайней мере, фильма. Саму пьесу я не читал. Нижний Новгород, друзья мои, и он в ту сторону, вон туда. Шоссе энтузиастов. А мы с вами сейчас попытаемся пройти в Измайловский лесопарк. Что-то они тут так неистово едут. Так, и у меня уже отмерзает рука. Все, я одеваю варежку. Трамвайчики тут еще ходят. Весьма хорошо. Так, столб. Грязь. Так, значит, я одел на обе лямки свой рюкзак. Джон Кьюзак, Джон Рюкзак. Теперь мы с вами перемещаемся. Так, советские прелести, против которых я совершенно определенно очень много что имею. Так, о, смотри-ка, блин, скамейки за колоннами. Это что-то хорошо. Хорошо. Так, ну а как дальше-то пройти? Тут можно будет пройти, не можно? Что-то мне кажется, что здесь нам не дадут пройти. Ладно, посмотрим сейчас. Да, и тут колоннада какая-то. Ну там этот, наверное, стадион действительно. Здесь, здесь. И совершенно несимметричный коричневый дом. Что за дерево, не знаю. Ну, просто полюбуемся. Все.